Итак, друзья, продолжаем следующий ряд. Для этого нам необходимо набрать 7 бисеринок белого цвета и одну бисеринку синюю. Проходим иголочкой между синей и бирюзовой бисеринками, вот так вот. И возвращаемся через синюю бисеринку, ту, которую только что с вами набирали. Вот так. Дальше набираем одну бисеринку синюю, одну бирюзовую и одну бисеринку голубого цвета. Вот они. И проходим иголочкой между голубой и белой бисеринкой. Вот так вот. Возвращаемся через голубую бисеринку. После чего набираем одну голубую, одну белую и одну желтую бисеринку. И проходим иголочкой между желтой и оранжевой бисеринками. Возвращаемся через желтую бисеринку. Вот так. После чего набираем 3 желтых бисеринки. Раз. 2, 3. И проходим иголочкой между оранжевой и желтой бисеринкой. Вот так. Возвращаемся через первую желтую с тех 3, которые мы только что с вами набирали. После чего набираем 1 белую и 2 голубых бисеринки. 1, 2. И проходим иголочкой между белой и голубой. Вот так. Возвращаемся через голубую. Дальше мы набираем 1 бирюзовую и 2 синих. И проходим иголочкой между бирюзовой и синей бисеринкой. Вот так. Возвращаемся через синюю бисеринку. После чего мы с вами набираем 7 бисеринок белых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 3 бисеринки салатовых. 1, 2, 3. Вот. И проходим иголочкой между первой и второй вот этой вот, между первым и вторым столбиком желтым. После чего возвращаемся через эти 2, через эти 3 бисеринки. Вот так. Дальше набираем снова 3 бисеринки салатового цвета. В моем случае он салатовый. Я не знаю, хорошо ли передает камера, да, но я надеюсь, что вам хорошо видно. Проходим между вот этой вот, между столбиком и этим вот набором, этой рюшечкой. Ой. Вот так. Вот. После чего возвращаемся через эти 3 бисеринки, которые только что с вами набирали. Вот так. Дальше снова набираем 3 бисеринки салатовых. И проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой рюшечки. Вот так. Возвращаемся через 3 бисеринки. Вот так вот. Дальше набираем 6 бисеринок салатовых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот они. И проходим иголочкой между следующей парой. Вот так. После чего возвращаемся вниз через 3 бисеринки. Вот так. Дальше, друзья, мы набираем 3 бисеринки салатового цвета. 1, 2, 3. Вот они. И проходим иголочкой через между вот этой вот последней бисеринкой рюшечки и первая бисеринка столбика. Между ними проходим иголочкой. Вот так. И возвращаемся назад через 3 бисеринки. После чего снова набираем 3 салатовых. 1, 2, 3.
3. И проходим иголочкой между столбиком и белой бисеринкой. Вот так. После этого, друзья, мы с вами набираем 4 бисеринки белых и 3 бисеринки салатовых. Вот они. И проходим иголочкой между столбиком и первой бисеринкой рюшечки. Точнее, между вот этой вот бисеринкой белой и столбиком. Вот так. Возвращаемся назад через 3 бисеринки этих. Дальше снова набираем 3 бисеринки. Раз, два, три салатового цвета. И проходим иголочкой теперь уже между столбиком и первой бисеринкой желтой рюшечки. Вот так. Возвращаемся через 3 бисеринки. Вот таким вот образом. Дальше мы снова с вами набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. Опять же салатового цвета. И проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. Вот так. Возвращаемся обратно, как всегда, через 3 этих бисеринки, которые только что набирали. Дальше набираем 6 бисеринок салатовых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И проходим иголочкой через следующую пару желтых бисеринок. Возвращаемся вниз снова через 3 бисеринки с тех 6, которые только что с вами набирали. Далее снова набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. И опять проходим иголочкой через следующую пару, которая состоит из последней бисеринки этой рюшки и первой бисеринки, не первой бисеринки, а подножья этого первого столбика нашего. Вот так. И снова же возвращаемся вниз, опять же через тех 3 бисеринки, которые только что набирали. Далее снова набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. И проходим иголочкой между двумя желтыми столбиками. Снова возвращаемся вниз через те же 3 салатовых бисеринки. Дальше, друзья мои, набираем 7 бисеринок белого цвета, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и одну бисеринку синюю. И проходим иголочкой между синей бисеринкой и бирюзовой. Вот так. После чего возвращаемся вниз через синюю бисеринку. Далее набираем одну синюю, одну бирюзовую и одну голубую бисеринку. И проходим иголочкой между синей и белой, между голубой, извините, и белой бисеринкой. Возвращаемся через голубую бисеринку. Дальше, друзья, мы набираем одну голубую, одну белую и одну желтую бисеринку. И проходим иголочкой между желтой и оранжевой бисеринкой. Вот так. Возвращаемся через желтую. Дальше, друзья, мы набираем 3 бисеринки желтого цвета. И проходим иголочкой между оранжевой и желтой. После чего мы набираем одну белую и 2 голубых бисеринки. И проходим иголочкой между следующей парой, которая состоит из белой и голубой бисеринки. Возвращаемся вниз через голубую бисеринку. Дальше набираем одну бирюзовую и 2 бисеринки синих. И проходим иголочкой через следующую пару, бирюзовую и синюю. Возвращаемся вниз. Вот так. Дальше, друзья, мы с вами набираем 7 бисеринок белых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И 3 бисеринки салатовых. Раз, два, три.
И проходим иголочкой между двумя первыми столбиками, точнее между двумя вот этими вот столбиками желтого цвета. Так, возвращаемся вниз. И дальше мы продолжаем все то же самое, что только что с вами делали вот тут. То есть показывать дальше я не буду, это одно и то же. Вы продолжаете этот ряд самостоятельно, следующий начинаем вместе с вами. Итак, друзья, заканчивая этот ряд, мы снова набираем 7 бисеринок, снова отсчитываем 3, вот так вот. Проходим иголочкой через бисеринки, видите, между бисеринками вот этими. И возвращаемся вниз снова через 3 бисеринки. Опс, я отсчитала меньше, поэтому тут нужно быть очень внимательным. Ой, видите, вот я отсчитала вместо 3, 2, не досмотрев. Поэтому вот так вот исправляю и возвращаюсь через 3 бисеринки вниз. Вот так. Этот ряд у нас завершен. Дальше я поверну работу вот так, чтобы было удобнее. И мы переходим к следующему ряду, где вот тут у нас будут зеленые бисеринки. Для этого мы снова набираем 7 бисеринок белых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И одну бисеринку синего цвета. И проходим иголочкой между синей и бирюзовой бисеринкой. Вот так. Возвращаемся через синюю бисеринку. Вот. Дальше набираем одну синюю, одну бирюзовую и одну голубую бисеринку. И проходим иголочкой между голубой и белой, то есть между бисеринками следующей пары. Вот так. Возвращаемся. Дальше набираем голубую бисеринку, белую и желтую. И проходим иголочкой между желтой парой, между бисеринками желтой пары. Возвращаемся через желтую бисеринку. Далее набираем одну белую и две голубых бисеринки. Раз, два. И проходим иголочкой между белой и голубой бисеринкой. Вот так. Возвращаемся через белую через голубую, извините, бисеринку. Вот так. Дальше набираем одну бисеринку бирюзовую и две бисеринки синих. И проходим иголочкой между бирюзовой и синей бисеринкой. Вот так. Дальше, друзья мои, мы набираем 7 бисеринок белого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 3 бисеринки зеленых. Вот. И теперь проходим иголочкой между второй и третьей бисеринкой. Вот так вот. Точнее, не между второй и третьей, а между вторым и третьим столбиком предыдущего салатового ряда. И возвращаемся вниз через 3 бисеринки этих зеленых наших. Вот так. Дальше, друзья, мы снова набираем 3 бисеринки зеленого цвета. И проходим. Набрали 3 бисеринки и проходим иголочкой между вот этим столбиком и началом рюшечки, вот этой нашей. Прошли. Возвращаемся через 3 этих бисеринки. Вот так. Ой. Нужно быть очень внимательным, чтобы ниточка у нас нигде не зацепилась. После этого мы снова набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. И проходим иголочкой между следующей парой бисеринок, которые у нас уже находятся на рюшечке. Возвращаемся вниз через 3 бисеринки. После чего набираем 6 бисеринок зеленого цвета. Раз, два, три, четыре, пять,
6, вот они. И проходим иголочкой между следующей пары. Вот следующей пары салатовых бисеринок. Возвращаемся вниз через 3 бисеринки. После чего снова набираем 3 зеленых бисеринки. И проходим иголочкой через ниточку, которая у нас лежит между вот этой рюшечкой и первым столбиком. И возвращаемся вниз через этих 3 бисеринки. После чего мы снова набираем 3 зеленых бисеринки. Вот. И проходим иголочкой между первым и вторым салатовым столбиком. Возвращаемся вниз, снова-таки через этот наш зеленый ряд. Дальше мы набираем 7 бисеринок белого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 3 зеленых бисеринки. 1, 2, 3, вот. Проходим иголочкой между вторым и третьим столбиком. Вот. Проходим иголочкой через 3 бисеринки, возвращаемся вниз. Дальше, друзья, мы снова набираем 3 бисеринки и проходим иголочкой между первой бисеринкой столбика и первой бисеринкой рюшечки. Возвращаемся вниз. И тут мы замечаем печальные известия, печальный момент, который нам гласит о том, что у нас заканчивается ниточка. Как я не люблю эти моменты, если бы вы знали. Но сейчас мы будем их заканчивать, я заодно и вам покажу, так чтобы вам было понятно, как это делать. Смотрите, теперь проходим иголочкой между, точнее через зеленые бисеринки 3, через салатовые бисеринки, желтые, доходя до оранжевой. Проходим иголочкой через оранжевые 2 бисеринки. Вот так. Возвращаемся через желтые, салатовые и зеленые. Возвращаемся через вот эту рюшечку нашу белую. И входим через весь вот этот, все вот это перышко. Вот сюда. Таким образом мы заделали ниточку. После чего ее можно уже обрезать. И быть уверенным, что она у нас никуда не выскользнет. Вот, мы обрезали. Дальше мы будем добавлять ниточку. Нам нужно одеть новую ниточку на иголочку. И сейчас я вам покажу, как ее пришивать. Итак, как мы это уже делали, мы берем ниточку, завязываем на ней двойной узелочек. Вот так вот. Затягиваем. Узелочек вот у нас образовался. Вряд ли камера его передаст в полном объеме, но факт в том, что он есть. Дальше. Смотрите, что мы делаем. Мы проходим иголочкой снизу через первую вот эту зеленую, зеленый столбик первый. И возвращаемся к тому же зеленому столбику, но с другой стороны. Вот так вот. Вот так. Все, подтягиваем ниточку. Зря я, конечно, так сразу, можно было сначала вверх, а потом вниз, но я так решила. Одним махом все сразу. Значит, вот эту ниточку мы обрезаем, она нам уже не нужна, но нужно быть аккуратными, чтобы не обрезать узелочек сам. И, собственно, все. Наша ниточка удлинена, и дальше мы продолжаем наше плетение, в котором мы дальше набираем 3 бисеринки зеленого цвета и проходим иголочкой между первыми двумя бисеринками рюшечки. Ой. Так, аккуратно, нужно внимательным быть, чтобы нигде ничего не зацепилось. Вот так вот проходим иголочкой. Вот. После чего набираем 6 бисеринок зеленых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набрали. Проходим иголочкой между следующей парой. Вот так. И возвращаемся вниз через 3 бисеринки зеленого цвета. Раз,
Ой, раз, два, три. Дальше, друзья, набрали 3 зеленых бисеринки и проходим иголочкой через ниточку, которая между последней бисеринкой рюшики и первой бисеринкой нашего салатового столбика. И возвращаемся вниз. Возвращаемся вниз через зеленые бисеринки. Вот так. Дальше мы снова набираем 3 зеленых. И проходим иголочкой между первым и вторым столбиком салатового цвета. Вот так. Возвращаемся вниз. Ой. Вот так. Дальше, друзья, мы набираем 7 бисеринок белых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И одну бисеринку синюю. И проходим иголочкой между синей бисеринкой и бирюзовой. Вот так. Возвращаемся через синюю. Вот. Дальше мы набираем одну синюю, одну бирюзовую и одну голубую бисеринку. И проходим иголочкой вот тут вот между голубой и белой бисеринкой. Вот так. Возвращаемся вниз через голубую бисеринку. Вот так. Дальше, друзья, мы набираем одну бисеринку голубую, одну бисеринку белую и одну бисеринку желтую. И проходим иголочкой между желтой парой. Вот так. Ой. Нужно хорошенько затягивать. У меня тут узелочек образовался. Дальше, друзья, мы набираем одну бисеринку белую и две бисеринки голубого цвета. И проходим иголочкой между белой и голубой бисеринкой. Вот так. Возвращаемся через голубую. Дальше мы набираем одну бисеринку бирюзовую и две бисеринки синих. И проходим иголочкой между бирюзовой и синей бисеринкой. Вот так. Далее мы возвращаемся через синюю бисеринку. После чего набираем 7 бисеринок белого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 3 бисеринки салатовых. Не салатовых, извините, а зеленых. Вот. И проходим иголочкой между вторым и третьим столбиком. Вот так вот. Наверное, так лучше будет видно. Вот. Вот так. Возвращаемся вниз через зеленые бисеринки. После чего снова набираем 3 бисеринки зеленого цвета. Проходим иголочкой между столбиком и рюшечкой. Возвращаемся через 3 зеленых. Дальше, друзья, мы снова набираем 3 зеленых. Теперь проходим иголочкой между парой первой на рюшечке. Вот так. После чего набираем 6 бисеринок зеленых. Раз, два, три, четыре, пять. 6. И проходим иголочкой между следующей парой салатовой рюшики. Вот так. Возвращаемся вниз через 3 бисеринки, как это уже, впрочем, и привычно в нашем плетении. Вот так. Дальше мы набираем снова 3 бисеринки зеленых. Проходим иголочкой между окончанием рюшечки и первым столбиком с другой стороны. Вот так возвращаемся вниз. Дальше снова набираем 3 бисеринки зеленых. И теперь проходим иголочкой между салатовым первым и вторым столбиком. И возвращаемся вниз. Вот так. Далее набираем с вами 7 бисеринок белого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Дальше набираем после 7 белых еще 3 зеленых бисеринки. И проходим иголочкой. Смотрите, вот если вот это вот разбить, да, между вторым и третьим столбиком. Вот так проходим иголочкой. И возвращаемся вниз через 3 вот этих зеленых бисеринки, которые мы с вами только что набирали. Дальше набираем 3 бисеринки зеленых и проходим иголочкой между столбиком и началом рюшечки. Вот так. Возвращаемся вниз. После чего снова набираем 3 бисеринки зеленого цвета между следующей парой салатовых бисеринок, после чего снова же возвращаемся вниз. Далее набираем 6 бисеринок зеленого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И проходим иголочкой между салатовыми бисеринками следующей пары. Вот так возвращаемся вниз через 3 бисеринки. Снова набираем 3 бисеринки, как мы это уже привыкли делать. И проходим иголочкой между последней салатовой бисеринкой рюшечки и первой салатовой бисеринкой столбика первого. Возвращаемся вниз через зеленые. После чего снова набираем 3 зеленых и проходим иголочкой между первым и вторым столбиком. После чего возвращаемся вниз. Вот так. Далее, друзья, мы набираем 7 бисеринок белых и 1 бисеринку синего цвета. Вот, и проходим иголочкой между синей и бирюзовой бисеринкой. Возвращаемся через синюю бисеринку. Дальше, друзья, этот ряд вы повторяете в таком же духе, в котором мы делали только что, до конца ряда. После чего мы с вами продолжим уже вместе следующий ряд. Итак, друзья, вот мы с вами дошли до конца этого ряда. Последний раз в этом ряду набираем 7 бисеринок белого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. А проходим иголочкой, вот, осчитываем 3 бисеринки. Зацепаем все между ними. Вот так. Зацепились. И выходим через 3 бисеринки вниз. После чего поворачиваем работу, мне так будет удобнее, вам так будет лучше видно. Набираем 8 бисеринок белого цвета, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1 бисеринку синюю. И проходим иголочкой между синей и бирюзовой. Вот так. Возвращаемся через синюю. Дальше набираем 1 синюю, 1 бирюзовую. И 1 голубую. Ой. Вот так. Проходим иголочкой между голубой и белой. Возвращаемся через голубую. После чего набираем 3 голубых бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой между белой и голубой. Возвращаемся через голубую. Далее набираем 1 бирюзовую и 2 синих. И проходим иголочкой между бирюзовой и синей бисеринкой. Возвращаемся. Дальше набираем 7 бисеринок белого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 3 бисеринки темно-зеленого. Помните, я вам говорила вначале, что нам нужно 3 оттенка зеленого. Вот сейчас мы переходим к третьему оттенку. Проходим иголочкой между вторым и третьим столбиком. Вот так. И возвращаемся через этих 3 синих бисеринки. Далее набираем снова 3 бисеринки зеленых и проходим иголочкой между первым столбиком и первой бисеринкой рюшечки. После чего возвращаемся через эти 3 бисеринки обратно. Дальше набираем снова 3 зеленых бисеринки, темно-зеленых. И проходим иголочкой между первой бисеринкой рюшечки и второй.
Возвращаемся обратно через 3 бисеринки. После чего набираем с вами 6 бисеринок зеленых. Набрали, проходим иголочкой между следующей парой. Вот, и при этом возвращаемся через 3 бисеринки зеленого цвета. Дальше снова набираем 3 зеленых бисеринки. Раз, два, три. И проходим иголочкой между последней бисеринкой рюшечки и первой бисеринкой первого столбика. Возвращаемся вниз. Вот так. Дальше набираем 3 бисеринки зеленого цвета и проходим иголочкой между первой и второй, между первым и вторым, извините, столбиком. Вот так. Далее переходим к следующему нашему, как бы его назвать, вот этому перышку. Сейчас вот тут мы будем делать следующее перышко. А для этого нам необходимо набрать 3 бисеринки белых и 3 бисеринки бордовых. Отсчитать 2 бисеринки белых, вот, и между второй и третьей пройти иголочкой, после чего вернуться через 3 бордовых бисеринки. Вот так. После чего мы набираем 1 бордовую, 1 красную, 2 желтых бисеринки, 1 красную и 4 бордовых. Раз, два, три, 4. Еще раз повторяю. 1 бордовую, 1 красную, 2 желтых, 1 красную и 4 бордовых. Отсчитываем 3 бисеринки и между третьей, вот если считать отсюда сверху, то между 5 и 6 проходим иголочкой и возвращаемся через 3 бордовых бисеринки. Вот так. После чего набираем 3 бисеринки белых и 3 бисеринки темно-зеленых. И проходим иголочкой между вторым и третьим столбиком. Возвращаемся вниз через 3 бисеринки зеленых. Дальше набираем 3 бисеринки зеленых опять. И проходим между первым столбиком и началом рюшечки. Возвращаемся вниз. Снова набираем 3 зеленых бисеринки. Проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. После чего набираем 6 бисеринок зеленого цвета. Раз, два, три, 4, 5, 6. И проходим иголочкой между следующей парой. Вот так. Проходим иголочкой через 3 бисеринки, чем возвращаемся вниз. Дальше снова набираем 3 бисеринки и проходим иголочкой между последней бисеринкой рюшечки и первым столбиком. Возвращаемся вниз. Через те же 3 бисеринки, вот так. Дальше снова набираем 3 бисеринки и проходим иголочкой между первым и вторым столбиком, вот так. После чего возвращаемся вниз. Вот так. Далее набираем 7 бисеринок белого цвета и 1 синюю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И 1 синюю. И проходим иголочкой между синей и бирюзовой бисеринкой. Возвращаемся через синюю. Дальше, друзья мои, идет повторение того, что мы делали только что вот тут. Показывать дальше не буду, если вы не запомнили, как это делать, посмотрите еще раз отрывок, как мы это делали вот тут, и вам все станет ясно. Продолжайте дальше самостоятельно, следующий ряд мы начинаем вместе с вами.